протаранила сзади стоящий автомобиль. Автоледи, управлявшая Mazda 3 модели, въехала в джип, который в тот момент стоял с включенными аварийными сигналами прямо на проезжей части на улице комиссара Габишева. По версии водителя внедорожника, на легковушке были установлены на колесах летние шины, именно поэтому она не успела избежать столкновения. Динара Камалова продолжит. Стоял на аварийках, меня въехали. Молодой человек признается, что перед тем, как сесть за руль, у него было нехорошее предчувствие. Думал даже ехать на такси, но потом отогнал от себя мрачные мысли. Но предчувствие не подвело. Он рассказал, ехал домой с улицы Кулгали, направлялся на академика Завойского. Но когда проезжал по улице Габишева, машина сломалась. Остановился, включил аварийные сигналы. Но не прошло и пары минут, как он почувствовал удар сзади. Его машину протаранила автоледи на Мазде 3 модели. Девушка, как сама призналась, увидела стоящий автомобиль, но не успела остановиться, потому что на ее автомобиле установлены летние шины. Я перестроилась на правую, вижу, что он стоит, торможу, у меня машина тормозит, я въехала. Сама же автоледи, казалось бы, признала свою вину. Говорит, мол, да, я не успела остановиться, и поэтому произошел удар. А вот подоспевший на место происшествия ее друг другого мнения. Он считает, что вина лежит на обоих участниках, ведь на этом месте не то что стоянка, даже остановка запрещена. Водители остались дожидаться сотрудников автоинспекции, которым и предстоит установить степень вины участников происшествия. Динара Камалова, Нафиса Миниязова, Константин Бушуев, вызов 112.